Это сотрудники и воспитанники спортивных школ, волонтеры серебряного возраста и представители подрядных организаций. В некоторых местах и колеса от автомобилей были, и бутылки, и банки, и остатки железа. Понятно, что, возможно, это все было после того, как у нас были большие паводки, да, и это все вынесло сюда. И было принято решение организовать сегодня именно непосредственно экологический десант. По словам волонтеров, в генеральных уборках города они участвуют каждый месяц. Только вот чистота не везде сохраняется надолго. Как бы бывают стихийные бедствия, бывают какие-то происшествия, но очень обидно, что нам приходится просто убирать за нашими гражданами мусор. Жителям такое вот пожелание, чтобы это все дальше сохранялось, соблюдалась чистота и порядок. Экодесант очищал от мусора территорию от моря Мола до пляжа отеля «Звездный». Попутно специалисты косили траву в русле реки Сочи.